В Нижегородской консерватории состоялась конференция педагогических руководящих работников образовательных учреждений культуры Нижегородской области. Приехали представители музыкальной, художественной и театральных сфер. Министр культуры Нижегородской области Сергей Горин в своей речи подчеркнул важность развития музыкально-художественного образования. Если бы не было вас и вам подобных, в России не было бы никакого образования, ни музыкального, начального, ни художественного, ничего. Все держится на вас. Все держится на вас, на личности каждой, которая здесь есть. Главная цель конференции – подведение итогов прошлого учебного года и обсуждение планов на будущее. Также были рассмотрены вопросы современного образования и пути решения актуальных проблем. Параллельно в других учебных аудиториях проходили заседания по секциям – фортепиано, народные инструменты, вокальное искусство, духовые и ударные инструменты и другие. Мне кажется, что для существования консерватории ее значимость и связь с иными музыкальными учебными учреждениями очень важна. В первую очередь связь вертикальная – это школы и средние учебные заведения. Для того, чтобы осуществлять единую методику, для того, чтобы понимать общие цели и задачи, для того, чтобы, как говорится, видеть глаза друг друга. В завершении конференции состоялось награждение почетными дипломами губернатора Нижегородской области и благодарственными письмами Министерства культуры Нижегородской области.